В місті продовжується обговорення можливого будівництва супермаркету «Будматеріалів» у другому мікрорайоні. Жовтоводські підприємці запропонували альтернативу супермаркету. За свої кошти вони готові перетворити зону озеленення на повноцінний парк відпочинку з дитячими та спортивними майданчиками. Про це жовтоводцям розповів приватний підприємець Олександр Мавроді під час Дня відкритих дверей в ДЮСШ, куди був запрошений організаторами свята. Підприємці планують встановити ігрові дитячі майданчики для дітей різного віку та майданчик для занять спортом. Адже подібних ігрових містечок в новому районі міста зовсім небагато. Та й спортом молоді другого мікрорайону займатися практично ніде. Підприємці навіть розробили проекти майбутніх майданчиків, щоб наочно продемонструвати жовтоводцям свою ідею. Как немаловажно поддерживать здоровье наших детей, не только именно вводя их в спортзал и чтобы они занимались, а чтобы они, находясь даже в свободное время, где-то отдыхали от школы, то есть в вечернее время там или в дневное. К чему я веду? К тому, что, может быть, вам неизвестно, но есть такая проблема у нас в городе Желтоводы на данный момент. У жителей нового микрорайона хотят отобрать вот этот так называемый парк, ну, вообще-то как числится как зона озеленения второго микрорайона. Ну, 1,2 гектара парка этого хотят отобрать. Ну, то есть поэтому жители очень возмутились по этому поводу, и группа предпринимателей, в том числе и я, решили помочь жителям этого микрорайона. И мы общались с мэром на эту тему. Мэр сказал: ребята, я ничего не могу сделать, так как есть предложение, других предложений нету. И поэтому мы выступили с альтернативным предложением сделать в этом парке, так, ну, во-первых, это еще не парк, а зона озеленения. Хотим там сделать детскую площадку для детей возраста 6-13 лет. Ну, тут есть эскизные такие, да, картинки пока только. Вообще это все проект разрабатывается. Потом детскую площадку для детей возраста 3-6 лет. И спортивное сооружение для детей, ну, разновозрастное, на котором можно будет просто утром прийти позаниматься или вечером. Совершенно все бесплатно будет делаться. И таким образом потом вывести эту зеленую зону, чтобы депутаты наши местные приняли решение и вывели уже под парковую зону. И тогда уже там точно никаких гипермаркетов никто не построит, потому что я думаю, что он там не вписывается. И если они так хотят построить у нас гипермаркет в Желтоводах, то у нас есть масса мест в других частях города, более отдаленных. И пусть там строят, сколько им влезет. Я призываю просто жителей, ну, так понимаю, сюда пришли не безразличные люди к здоровью своих детей, а прийти на громадские слухания и поддержать жителей того района и вообще желтоводцев, которые в этом заинтересованы, своим личным присутствием и мнением высказать там это все. Нужен нам этот парк или не нужен? Нужен ли там нам гипермаркет этот, который будет просто занимать этот весь, все это место? Останется там буквально чуть-чуть зелени. И не оставаться безучастным. То есть никто, кроме нас с вами, не сделает наш город лучше. Мы как предприниматели помогаем всегда всем спортивным мероприятиям в нашем городе. Поэтому, а вы можете помочь своим присутствием. Поэтому приглашаю всех и давайте сделаем все-таки Желтоводы лучшим городом в нашей области. Отже, планується облаштування двох ігрових майданчиків для малюків та дітей постарше, а також спортивного майданчика для воркауту. У підтвердження своїх намірів ініціативна група підприємців направила до міського голови Василя Тарасенка колективний лист з проханням розглянути можливість установки майданчиків та в подальшому перейменувати територію озеленення на парк відпочинку. Лист підписало 50 підприємців. Днями, коли міський голова звітував про перші 100 днів своєї роботи, він також висловив думку про цю суперечливу ситуацію. Далі пряма мова. Що я
назначаю слушание, пускай желтоводцы еще раз уже в 2014 году скажут, хотят вони чи не хотят. Вопрос не стоит в супермаркете, вопрос не стоит в 33 квадратных метрах на сегодняшний день. Вопрос стоит о том, что желтоводцы скажут, да, хотят, буде хотят. Завтоводцы скажут, не, буде не. Но я посчитал тому, что не могут депутаты просто взять и отменить мнение желтоводцев, которое было в 2008 году. Через відрядження міського голови та його заступників громадські слухання з 20 вересня переносяться. Вони відбудуться 27 вересня. Місце та час проведення залишаються незмінними.